обществу. Понимаете, ваше величество, я женился на женщине прихорошенькой, ну, очень суровой. И они бьют из меня веревки. Они, это моя супруга и ее две дочери от первого брака. Они уже третий день собираются на королевский бал и совсем загоняли нас. А мы, это я и моя хорошенькая дочка, ставшая из-за моей слабости подчиниться. Счастье испарится, но лишь когда пробьют часы.